Няня-нянюшка, что случилось, няня-душенька? Я играл там на песочке за беседкой и березки, строил домик из лучиночек кленовых тех, что мне мама, сама мама нащипала. Домик уж совсем построил, домик с крышкой, настоящий домик. Притаился нянюшка, присел, боюсь пошевельнуться. Только глазок один чуть-чуть открыл. И что же, послушай, нянюшка. Жук лежит, сложивши лапки, кверху носиком на спинке. И уж не злится, и усами не шевелит, и не гудит уж, только крылышки дрожат. Что ж он умер или притворился? Что ж это, что же? Скажи мне, няня, жуком досталось, меня ударил, а сам свалился. Что же это с ним сталось, жуком-то?